Привет, друзья! С вами Ирина Агапова-Маркелова. А помните, у меня вот здесь ВКонтакте стоял статус? Как ни крути, все дороги ведут в Холлворд, в наш проект, и мой скайп Ира Бизнес. И писал мне тут один парень, который сегодня у нас зарегистрировался, а начал он регистрацию 9 ноября 2015 года. Переходим по ссылочке зарегистрированного. И давайте почитаем, о чем мы переписывались с ним год назад. Вот такая у нас была переписка. Он зарегистрировался еще 6 февраля, начал регистрацию. Не было у него $100 на оказание помощи. Просил он в долг. И ты жадная, писал. И, короче, любят они в долг просить. И чем все закончилось? Ты циничная особа. Плевать мне на тебя. И, пожалуйста, только что ваш партнер успешно завершил регистрацию, начатую 9 ноября. Все пути рано или поздно приведут в мою команду, в проект «Всем миром». Как ни крути. Но просто потеряете год, два, а может быть больше. Побегаете по лохотронам, и все равно вы придете в мою команду. Просто время уже упущенное, не вернуть. И переводы, которые вы можете получить за это время, тоже нельзя будет вернуть. Поэтому 10 раз подумайте, прежде чем бегать по лохотронам, или продолжайте работать на наемной работе. Всем пока!